заехал на парковку для того, чтобы отметить пересечение границы в тахографе. Что-то как-то после пересечения границы дорога резко ухудшилась. После границы я говорил, что дорога не очень. Нет, там дорога была нормальная. Дорога не очень, это вот здесь. Поверните направо. Теперь сворачиваю направо. В сторону Паланги шоссе. Выезжаю на шоссе в сторону Паланги. Continue straight for 15 minutes to Bidon-OG. Вот здесь дорога уже отличная. Вот и в Литве тоже какие-то ведутся ремонтные работы. Только что-то никого не видно, чтобы кто-то что-то делал. Шоссе в Палангу пролегает через небольшой такой городок. Еду, посмотрю, что он из себя представляет. In 500 meters, at the roundabout, take the third exit on Mosaic-UG. Через 500 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь третьим выездом. Ну вот, почти приехал. 1 километр до места разгрузки. In 300 meters, at the roundabout, take the third exit. Здесь все сухо, дождя нету. Вот и солнце уже выглядывает из-за туч. Это самое главное, чтобы не под дождем лазить по полуприцепу. Деревянные брусочки я разгрузил. Теперь мне нужно ехать в Шауляй. Там под Шауляем расположена база, которая торгует биотопливом. Буду загружаться на Латвию биотопливом. Или брикеты будут. Или что-нибудь другое. Посмотрим. Снова на дорогах тракторная техника. Впереди комбайн еще едет.
загрузили меня, но никаким не биотопливом. Я думал, брикеты будут. Но нет, оказалось, что просто палеты нужно забрать. Так что снова везу палеты. Вот быстренько в этот раз загрузили меня. Один карщик и три человека в полуприцепе. Раз-раз, быстренько их раскидали. Сами они уже опытные. Знают, умеют, как, что, чего. Один это делает, другой это, третий то. В общем, у них все схвачено.